Привет, друзья! Решили протестировать наушники. Саша купил вот это новое Infinix, а это старые. Ой, тут название язык поломаешь, я даже не запомнила. Что-то ужасное. Сейчас проверю. Эти воткну в уши, проверю, удобные, неудобные, потом эти. И как на звук, удобные, неудобные. Сейчас проверим. Так. Это были Сашины, но он их там продезинфицировал, все промыл, все как надо, чтобы я могла в свои уши их вставить. Так, вот так они выглядят, такие беспроводные наушнички. Так, пробуем. Правый в правое ухо, левый в левое ухо. Не знаю, вроде не вываливаются, но не скажу, что так уже удобно в ушах. И вообще, я говорю, слышу сама свой голос, получается, потому что ухи заткнуты. Не знаю, что тут будет со звуком. Саша сейчас включил музыку мне в ухо. Ну, слышно, конечно, капец. Я бы сказала, слышимость просто офигенская. И прямо так одно джи-джи-джи-джи-джи слышу в одном ухе. То есть, получается, гитара — это соло, да, я так понимаю. Слышу в этом ухе, а саму какую-то еще другую музыку слышу в этом ухе. Ну, прикольно, прикольно. Буду сейчас в огороде. Так, достаю. Так, ну эти вроде нормально. Сейчас проверим новые. Друзья, он меня все время смешит. Никак не могу уже. Пятый дубль, наверное. Короче, снимали первый раз на Сашин телефон, а сейчас на мой телефон. Мой называется Рок, а его там язык поломаешь. Не знаю как. И тестировали наушники вот эти Mi. Mi. Тоже даже язык поломаешь. А это Infinix новые, которые там Саша купил по какой-то акции. Вот. Сейчас проверим, как эти наушники. Чтоб не перепутать правый и левый, сразу достаем правый и вставляем в ухо. Ой, я так боюсь, чтобы они не вывалились. Господи, это ж не мои. Меня ж потом прогандохают за это. Ой, что-то пикнуло в наушнике. Вроде не вываливаются. Ну, я не могу сказать, какие удобнее, те или те. Сейчас по звуку посмотрим. Ничего не слышу. Может, они не подключились к телефону? Не слышу пока вообще ничего. Странно. Ой! Ой, мамочки, как громко! Ой! Ой! Ой, звук вообще тут сумасшедший какой-то. Но слышно тоже хорошо. То есть надо в телефоне делать минимальный звук, потому что здесь слышно вообще обалдеть как. Тоже гитара здесь играет. А какая-то другая, другой инструмент в этом ухе. Мне нравится. Прикольно. В этих получается громче. На таком же самом звуке здесь довольно более громко слышно. То есть эти... Ну, те я как-то менее ощущала в ухе, а эти я чувствую, что у меня что-то сидит в ухах. Непонятно. Технологии дошли до пенсионеров, называется. Дремучих.
Так, ну что, складывается очень удобно. Кейс удобный, красивый, симпатичный. Никак не перепутаешь левый, правый, потому что каждый ложится в свою ячейку. Коробочка очень даже симпатичная. Здесь вставляется зарядное устройство, чтобы зарядить их. Здесь, видите, горит зелененькое, значит, они полностью заряжены. Но эти мне что-то кажется, что мне эти вот новые, мне как-то они как, ну, не знаю, как будто бы распирают ухо. Как будто ухо распирают как-то. А эти я как-то, эти я меньше ощущаю в ушах. Вот эти тоже складываются нормально. Вот так достаются. Место есть для пальца и складываются. Тоже очень удобно. Тоже заряжаются прямо в коробочке. А если по звуку, то звук хороший у одних и у других, но в этих более громкий звук все-таки. Ну, еще ж мы с разных телефонов давали звук, поэтому непонятно. Но в этих очень хорошо было слышно, прямо на минимальном звуке телефона. Так что, друзья, вывод делать вам самим. Не знаю даже, что мне тут понравилось, не понравилось, короче говоря. Ну, как бы наушники это особо не мое. Я не любитель в наушниках слушать музыку. Мне нравится так включить в телефоне, положить его в карман и слышать, что делается на улице и что делается в телефоне. И даже там слушать иногда аудиокнигу какую-нибудь. Короче, мне больше нравится так. Поэтому сами выбирайте, иметь вам наушники или не иметь. Я особым желанием не горю. Ну, если что-то слушать секретное, например, тайное, чтобы никто не услышал посторонний, то лучше слушать в наушниках. Все, друзья, вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока!